Вот такие первоцветы цветут у нас. Доброго времени всем добрым людям. Доброго дня. Хорошего настроения. Будьте здоровы. Пока. Доброе утро, друзья мои. Мы в Кингараксе. Вот это и есть Адов пруд. О нем еще в хрониках шведских было написано упоминание. Вот впереди линия это Даугава. Этот пруд неизвестно как образовался, но скорее всего здесь был когда-то карьер, где могли добывать глину. А в 19 веке здесь вот были расположены садоводческие участки фабрики Кузнецова. И они вот вырыли этот, вернее, очистили пруд. И вот там сделали, организовали такой островок в середине пруда. Вот такие интересные изгибы у него. Да. Мы с детьми тут иногда в летнее время купались. А зимой здесь с горки дети любили кататься. И вот по берегу идет променад. Знаменитый Кингараксский променад. А за Двиной Катлакална. Катлаканс. Летом здесь красиво. Ивы такие трогательные опускают свои ветви в воду, отражаются в воде деревья. Чайки вот приют нашли на таком полуостровке. Сегодня пасмурно и довольно-таки прохладно, потому что ветер и влажность большая. Всем хорошего настроения, всем весеннего настроения. До свидания. Заходите. Я рада вам всегда. Пока! Вот такая протока соединяет Даугаву и Адов пруд. С другой стороны это островок. Холодно сегодня, ветер, хоть и солнечно. Всем пока. Привыкли и лебеди, и утки. Все сюда выходят, ждут корм. Раньше просто в воде сидели, сейчас уже посмелее стали. С рук кормятся. С рук. Это Кингаракс, это променад. Вот такой птичий базар. Всем хорошего дня. Пока. Ветрено сегодня. Птицы вышли на берег. Променаду. Здесь их подкармливают.